потусторонняя сущность, и по итогу эта бабушка умерла. Кто хочет поподробнее узнать эту историю, на моем канале есть видео. Ссылка на это видео будет в описании. Переходите и смотрите. Сейчас я вкратце вам покажу дом и то, что я собираюсь сегодня здесь сделать. Я хочу окончательно выяснить, что за сущность находится в этом доме. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Какой сбой? Каждому свое время. Ад существует? Все по нулям. Ад существует? Существует ли ад? Это твои страхи. Ад – это мои страхи. Существует ли рай? Thank you.
Вы еще здесь? Вы еще здесь? Вы еще здесь? Так, друзья, по игре в полная тишина. Я уже здесь полчаса. Пришел сюда. Конечно, стрёмно было сюда заходить. Не знаю, полчаса я где-то еще пробовал PGF. Полная тишина. И никаких звуков больше нет, ничего. Камера. Камеру надо здесь оставить.
растоплю здесь. Все, друзья, я собираюсь сейчас домой. Просидел еще где-то час. Полная тишина, я пипец как замерз. Ничего нету. Никаких больше звуков пока что.
Мне не действует палец, не нажать эту кнопку. Отмерзла рука. Сильно отмерзла рука. Попробую другой рукой. Так, это нормально еще. Сегодня все, друзья, я сильно замерз. Поэтому думаю, что надо сейчас отсюда мне уходить. Пока я вообще могу двигать.